Alrighty, lot. I'm Catherine, но вы можете называть меня Кейт. В этом видео я расскажу о том, как я начала преподавать онлайн, почему я выбрала работу в Skyeng, а также о пилотном курсе от SkyTeach «Хочу стать блогером». Что ж, если честно, я до последнего не верила, что онлайн-преподавание — это серьезно и вообще реально. До этого я занималась репетиторством только face-to-face. Я много слышала от знакомых, как им неудобно вести занятия по скайпу. У меня был недолгий опыт, когда приходилось готовить вордовские документы, отправлять их ученику и даже заниматься через демонстрацию экрана. Удобного мало. Либо все зависало, либо ученик не понимал, что происходит и что я от него хочу. Екатерина, как тут писать вообще? На третьем курсе университета я узнала про онлайн-школу английского языка Skyeng и решила записаться на собеседование. Однако я провалила третий этап отбора. God damn it! Я оставила затею с онлайн-преподаванием на целый год. Было очень стыдно, что я не смогла пройти собеседование, но также я прекрасно понимала, что это мое самое первое в жизни собеседование, и стресса было не избежать. Many months later. Спустя почти год я вновь вспомнила про Skyeng, когда мой друг, который прекрасно знает английский язык, искал работу. Я предложила ему записаться на собеседование, а он у меня спросил: Катя, а почему бы тебе тоже не попробовать? В общем, я также записалась на собеседование, и уже вечером мне позвонили и сообщили о том, что я прошла и меня берут. Congratulations! Congratulations! Кстати, меня уже несколько раз публиковали на страницах социальных сетей SkyTeach. Там я тоже рассказывала о том, как я пришла в Skyeng, и о плюсах онлайн-преподавания. Заходите, почитайте. Ссылка в описании. Я слышала всего про несколько онлайн-школ английского языка, и в этот раз я даже не сомневалась. Если для офлайн-занятий мне каждый раз приходилось находить материал и распечатывать его, то сейчас у меня есть платформа Vimbox, на которой уже есть весь готовый материал для урока. Плюс ко всему можно добавлять что-то свое дополнительно. И также мне очень нравится виртуальная указка, я много уже про нее рассказывала. Это очень полезный инструмент, который помогает что-то показать, если ученик потерялся. Так что да, здесь все просто, не нужно тратить время, деньги на дорогу к ученику или нервно ждать и гадать, придет ли он к тебе сегодня на занятие или нет, ведь все прогулы в Skyeng оплачиваются. Здесь я веду виртуальные, да, конечно. Здесь я веду индивидуальные и групповые уроки. Возраст моих учеников от 11 до 20 лет. Некоторое время я вела группу детей 7 лет, но для меня все-таки работать с более старшими ребятами интереснее и веселее. Да, почему я здесь, в принципе? Несколько месяцев назад команда SkyTeach запустила новый проект под названием «Хочу стать блогером». Принять участие мог любой преподаватель Skyeng, но в итоге отобрали только 20 участников. Я отправила заявку на курс, написала о себе и в каких проектах я уже участвовала, отправила ссылки на видео со мной и начала ждать. One week later. Ждать. 16 paranoia-filled days later. И еще раз ждать. One eternity later. Затем мне пришло письмо на почту, что меня выбрали. Я перешла по ссылке, и там было приветственное видео, в котором рассказывалось немного о каждом участнике проекта. Из Липецка у нас Екатерина Белых. Oh my God. Ну, примерно такой была моя реакция. Я очень радовалась, что меня выбрали. Я очень долго ждала этого и даже начала думать, что я не подхожу, но я прошла. С этого момента началось наше обучение. Смысл курса заключался в развитии блогерских способностей у преподавателей. Большинство из нас молодые и энергичные, и нам нужно как-то самовыражаться. Оказалось, что у многих преподавателей уже есть свои блоги в Instagram и даже каналы на YouTube.
посвященные английскому языку. На курсе мы учились писать сценарии, работать с дизайном, цветовой композицией. Нас учили видеомонтажу и рассказывали, какое лучше использовать, например, микрофон, как вести себя в кадре и, собственно, продвижению на YouTube. Нашим финальным заданием было снять видео. Сначала мне это казалось чем-то невозможным, особенно монтаж. Монтаж. Опыт в съемках у меня уже был. Кстати, вы можете посмотреть на канале SkyTeach видео с моим участием, где я рассказываю про свой опыт преподавания онлайн. Что ж, монтажу пришлось учиться, это правда. Я перепробовала даже несколько видеоредакторов. И как оказалось, это даже интереснее, чем снимать видео. Да. В общем, монтаж one love. В итоге, барабанная дробь. Да, у меня есть палочка. Мое видео победило. Я стала суперфиналистом курса «Хочу стать блогером». Yes! Yes! Вот, от этого, конечно, есть свои perks. Новое слово, плюшечки. Я верила в себя и свои силы, и это еще раз подтвердило теорию о том, что если ты стремишься к своей цели, ты ее достигнешь. Лично для меня курс оказался очень полезным. Я давно хотела начать свой блог, связанный с английским языком, и я научилась монтажу. Не профессионально, конечно, но для новичка, думаю, достаточно хорошо. Кстати, вы уже видели мое самое первое видео на YouTube про влияние коронавируса на английский язык? Нет? Переходи по ссылке. Уже многие преподаватели успели у меня спросить про следующую волну курса «Хочу стать блогером». Сейчас будут анализироваться результаты первого запуска и оцениваться перспективность проекта. Так что точно пока сказать, к сожалению, невозможно, когда точно будет вторая волна. Но я думаю, что она обязательно будет. Что ж, сегодня я рассказала вам о том, почему я выбрала онлайн-преподавание, как я пришла в Skyeng и как SkyTeach нас учит быть блогерами и снимать видео. Спасибо, что были со мной. И да, не забудь посмотреть мое видео про топ-10 английских неологизмов 2020 года, которые появились благодаря коронавирусу. Hope you enjoyed my video. If you did, please give me a thumbs up and subscribe to my channel. Подписывайтесь и ставьте лайк. Что ж, на этом все. С вами была Кэтрин. See you soon. Bye!